В этом видео я хочу зачитать серию коротких сообщений с иллюстрациями на тему самых разнообразных артефактов, которые есть на нашей Земле, не вписывающихся в исторический контекст. Самые короткие сообщения я озвучу. На длинные публикации я укажу ссылку. Мини-портальчик «Артефакты Мидгард-Земля и ЧЛО-Век». Этакой блиц по картинкам с комментариями. Для тех, кто не в курсе, Мидгард – так называется наша Земля. Наскальные рисунки в Херсоне. Каменные рисунки на мысе Херсонес не случайно сделаны именно здесь. Дело в том, что здешний камень обладает относительно мягкими свойствами. Его легче обрабатывать, чем какой-либо другой в Крыму. Находясь на отдыхе, можно и самому создать какой-нибудь шедевр, например, рыбу, кошку, черепаху или осьминога. Рыба. Куда же без кошки? Как отпечатано? Колодец. Ансамбль. Ансамбль чего? Рыба. Рыба и колодец. Вот рыба и колодец. Явное творчество. Святой. Или космонавт. Онежские петроглифы. Карелия, Северо-Западный федеральный округ. Онежские петроглифы расположены в Пудожском районе Карелии на восточном побережье Онежского озера. Их история насчитывает примерно 6000 лет. Петроглифы узкой полосой тянутся 20 километров. Они включают 23 скопления по 1200 рисунков и фигур. Выполнены в технике точечной выбивки и считаются выдающимися памятниками первобытного искусства. Изображая лебедей, уток, лосей, солярных и лунных знаков, лодок с гребцами, рыб, змей и людей, составляют композиции, видимые иногда четко, а иногда только при определенных метеорологических условиях. Наиболее яркие впечатления оставляют петроглифы смысла бесов нос. Это три огромные фигуры беса, ящерица и налим. Полуостров Кочканаволок тоже может похвастаться самой большой фигурой лебедя, высота которой достигает 3 метра. Онежские петроглифы показывают мир таким, каким его видели люди каменного века. В истории много таинственного и непонятного, относящегося к секретным материалам или запрещенной истории. Зачастую кажется, что все открыто и публично, но информация дана таким образом, что мы не замечаем очевидных несоответствий артефактов и находок истории официальным представлениям о том периоде. Следы одной и той же культуры разбросаны по всему земному шару. Это совпадение или официальная история пытается нас запутать. Вот это пирамида в Мексике, это в Египте, это в Индонезии. История Аркаима. Аркаим – обсерватория волхвов. Появление на археологической карте мира Аркаима и страны городов определяется авторитетными специалистами как выдающееся археологическое событие 20-го столетия. В 1987 году Аркаимская долина на Южном Урале должна была быть затоплена с целью создания водохранилища для орошения засушливой степи. Здесь, в самом сердце долины, и находились загадочные круги. Оказалось, что возраст Аркаима почти 40 веков. Он на 1000 лет старше древнегреческой Трои. Очень любопытны результаты исследования известного российского астроархеолога Быструшкина, который в 1991 году провел исследование Аркаима как астрономической обсерватории. Как описывает сам Быструшкин, Аркаим – сооружение не просто сложное. Аркаим является одним из укрепленных поселений Южного Урала, страны городов, самый младший из памятников ровесник египетских пирамид. С Аркаимом связывают множество тайн и загадок. Планировка города напоминает солнце, а структура колец и радиальные направления постройки сориентированы по звездам. Отображение рода в теле человека. Если смотреть на биоэнергетическую взаимосвязь человека со своим родом, то нижняя часть тела, ноги, связаны энергоинформационно с нашими предками. По правой ноге – мужские поколения, по левой ноге – женские поколения. Колени отображают связь с нашими родителями, с мамой и папой, лодыжки – дедов и бабушек, стопы – прабабушек и прадедушек. На подошве же отображены биоэнергоканалы всех поколений. Руки связаны
энергоинформационно с нашими потомками. Правая рука по мужской линии, левая рука по женской. Локти – это сыновья и дочки. Запястья – внучки и внуки. Кисти – правнуки и праправнуки. Ауральное свечение на кончиках пальцев – это ваши последующие восхождения, перерождения. Считается, что мы здесь и сейчас своими действиями влияем на 3 предыдущих поколения до нас и на 7 последующих. Причем по древним традициям Индии, славян и Китая на 7-е поколение приходим сами же, то есть мы влияем на самого себя в следующем перерождении, задаем программу следующего своего прихода на Землю при этой еще жизни. Так, например, если болят колени, то это говорит о нарушении связи с родителями. Если болят лодыжки, с дедушками и бабушками. Если плохо относиться к детям, то у родителей могут болеть локти. Руки – это говорит о негативном влиянии на последующие поколения. Поэтому важно обращать внимание на весь свой организм, учитывать это в своей жизни в упражнениях, которые вы делаете. Андрей Добролюб. Русские сказки или зашифрованное послание предков. Исследования Сергея Игнатенко отличаются отличной доказательной базой. Он старается голословно ничего не утверждать. Все основано на документах, фотографиях, старинных книгах, картах, опубликованных в общем доступе. Все это вы можете сами проверить. Ссылка на статью «Остров Пасхи. А что скрывается под головами?» Портал «Непознанное. Элементов 37.ру». Мы видим фотографии, сделанные на острове Пасхи, с торчащими из земли загадочными головами. Но оказалось, что не все уж так просто. У голов, оказывается, есть и туловище, украшенное петроглифами. В районе Ранараку ученые исследовали примерно 150 голов. После раскопок у нескольких голов оказались многометровые туловища. Как говорят археологи, скорее всего, изначально статуи не были закопаны, они погрузились под землю под влиянием климатических изменений. О том, что головы имеют тела, прежде писал известный путешественник-исследователь Тур Хейердал. Вероятно, он узнал об этом от аборигенов. Во время раскопок были найдены и механизмы, позволявшие установить колоссов. В настоящее время новых открытий в области науки и техники достаточно, чтобы исправить и переписать наши сегодняшние учебники. Многовековая концепция человечества приводит к формированию ряда методов работы и мышления, в результате чего людям трудно воспринимать новые знания. Парагвай – окаменевший след великана. Норсун-Тепе расположен в области Кебан, современная восточная Турция, на верхнем Евфрате, приблизительно в 25 километров от Эль-Азыга. На вершине холма имеется участок приблизительно 500 на 300 метров, внутри которого археологи обнаружили следы древнего поселения. При раскопках в Норсун-Тепе археологи провели исследования по металлургическому извлечению меди, мышьяка и блестящего серого металлоида, найденного в природе и известного как сурьма. На одном из участков Норсун-Тепе, который сейчас находится под водами дамбы Кебан, были найдены плавильные печи, медная руда, шлаки, фрагменты глиняных тиглей и форм, готовые металлические изделия и рядом же остатки строений, которые, вероятнее всего, были частью рабочего поселения. Читать дальше по ссылке. Из того, что я знаю, складывается такое полноценное ощущение, что еще каких-то 250-300 лет назад, до термоядерной войны, белые люди, славяне, жили во всех уголках земли нашей и, подтверждению тому, одинаковый стиль строений, архитектуры и всевозможных статуй как приложение к архитектуре античности. Ну а термоядерная война была произведена глобальным предиктором, как я полагаю, чтобы сравнять шансы с прочими поднаселенными на нашу планету расами. Тут есть ссылочка. Вуали в скульптуре 18-19 век. Глядя на эти скульптуры, на то, насколько мастерски в камне передано впечатление тончайшей ткани, просто поражаешься, как это сделано. Мое мнение таково, это и подобные скульптуры сделаны по принципу не так давно появившейся технологии 3D-принтера, но только во много раз более совершенного. Да, это скорее всего литье. Но какое совершенное литье? Мраморный композит статуи 18-19 века, ниже Тагильский краеведческий музей. На сегодняшний день люди не имеют технологий, чтобы даже повторить такое произведение. Привет из Анти-Чности.
Период античности – это 8 век до нашей эры до 1 века до нашей эры – анты. Змеи-люди. Наши предки посещали другие планеты и звездные системы, космодромы разбросаны по всей Земле. Многие эти космодромы были уничтожены в результате войн. Мань-пупуньор – гигантские каменные истуканы, мансийские болваны. Геологический памятник в России – Троицко-Печорском районе на юго-востоке Республики Коми, на территории Печора-Илычского заповедника на горе Мань-Пупуньор. С языка манси это название переводится как «Малая гора идолов». Кашкулакская пещера, Хакасия. Сейчас Кашкулакская пещера – туристический объект, но 2000 лет назад первый ярус использовался местными шаманами как ритуальный зал. Стены храмового грота до сих пор покрыты копотью от многочисленных жертвоприношений. Черветери, по следам этрусков. Черветери расположен примерно в 55 километрах от Рима. Это древнее этрусское поселение. Этруски всегда считались таинственным народом, имевшим мало общего с окружающими его племенами. Поэтому вопрос, откуда появился этот удивительный народ, возник давно. В древности, основываясь на рассказе Геродота, считали, что этруски пришли из Малой Азии. Сейчас-то мы знаем, что это этруски были русские. Говорили они на западно-русском языке, писали, все читается сейчас. И неизвестными они были и остались для пришлых народов. На Камчатке обнаружены механизмы возрастом 400 миллионов лет. На отдаленном полуострове Камчатка в 200 километрах от села Тигиль университетом археологии Санкт-Петербурга обнаружены странные окаменелости. Подлинность находки была сертифицирована. По словам археолога Юрия Голубева, открытие удивило ученых по своей природе. Оно способно изменить ход истории или предыстории. Никто не мог поверить, что 400 миллионов лет назад мог бы существовать на Земле даже человек, не то что машины и механизмы. Но вывод четко указывает на существование разумных существ, способных на такие технологии. Раскопки на одной из улиц Казани. Грунт снят на 3-4 метра. Всемирный потоп, широко распространенная в мифологических представлениях народов мира и в ряде религиозных текстах легенда о широкомасштабном наводнении, которая якобы стала причиной гибели почти всех людей. В рамках рубрики «Заброшенные места Казани» портал proKazan.ru рассказывает о недостроенной подземной улице, которая находится под улицей Баумана. Подземелье сегодня законсервировано и попасть туда практически невозможно. По проекту здесь должна была располагаться торговая галерея. В план сооружения галереи входило задействовать площади хорошо сохранившихся подвальных помещений рядом стоящих зданий. Чтобы здесь не было мрачновато, по краям улицы решили сделать солнечные тротуары. Чугунные решетки, в каждую из которых вставлено по 100 стекол, преломляющих солнечный свет. А по центру ряд из 7 панорамных куполов. В настоящее время они заколочены картоном. Еще несколько лет назад входы были открыты для всех желающих. Сегодня они закрыты. Рим в 1860-х годах был? Нет, не было. Его только раскапывали, заодно сочиняя красивую историю для будущих поколений. Интересно, тогда Ватикан уже придумали? Есть один эффективный способ убрать жителей из вечного города – уничтожить. Нет жителей, нет памяти, можно придумать что угодно. В живом журнале БС Камалов написал, что еще на эпоху зарождения фотографии Рим конкретно в этом месте был еще пустой. Домики строили уже те, кто откапывал Рим, и поэтому не очень-то заботились о красоте, знали, что все это времянки. Эти здания построены все еще в античном стиле, конец 19 века. Вот эта арка, смотрим ее вблизи. 1860-81 годы. В хорошем качестве арка. Надпись «До потопа» была на латинском языке. Значит, латинский язык был еще до потопа. Саамские лабиринты, Карелия. Всего таких лабиринтов в мире 500, и 50 из них находятся в России. Они возродились в основном на берегах морей или в устьях рек. Все лабиринты имели культовое значение, но кем именно и с какой целью они были построены, историки пока не знают. Здания Нью-Йорка, которые были снесены для сокрытия истинной истории.
Постоянно и быстро растущая стоимость на землю вынуждает в городе строить все более и более высотные здания. Ипподром на 6-й авеню между 43-й и 44-й улицами с 1905 по 1939 год. Был одним из крупнейших ипподромов своего времени, он вмещал 5200 зрителей. Старое здание Метрополитен-оперы было построено в 1883 году рядом с Таймс-сквером. Здание было снесено в 1967 году, и выступления были перемещены в Линкольн-центр. Мэдисон-сквер-гарден был расположен между 5-й и Мэдисон-авеню и 26-й и 27-й улицами. Арена была снесена в 1926 году. Отель «Астор» был построен в 1904 на Бродвее. Дом был разобран в 1967 году. Здание банка «Бруклин» было завершено в Бруклин-Хайтс в 1894 году и простоял до 1964. Здания газетных информационных изданий New York World, New York Tribune и New York Times были расположены возле мэрии, снесены в 1955 и 1966 году. В Нижнем Манхэттене здание штаб-квартиры Зингер было завершено в 1908 году, разобрано в 1968. Здание Сент-Пол открыто в 1899 году на Нижнем Бродвее и было названо в честь часовни через улицу. Было снесено в 1958 году. Здание Германия Клаб Хаус, в котором размещался социальный клуб в Бруклине, было снесено в 20-е годы 20 века, чтобы освободить место для метро. Ричмонд-Хилл был приобретен Аароном Берром в 1794 году и снесли его в 1849. То есть это вот древнее здание. Для тех, кто считает, что при виде свастики деды бы в гробу перевернулись. Польша, Наваджо, Тибет, Перу, USA, США, Перу, Хитл, Хопуэлл, Ирак, Индия, Россия, Шаракин, Англосаксон, вот это Англосаксон, Корея, Иран, Италия, Армения, тоже свастика, Эфиопия, Япония, Анасази, Баски, Израиль. Вот так вот. И, конечно же, Германия. Чаша, обнаруженная во время раскопок в Самаре, Месопотамия. Свастика, распространенная эмблема Христа в раннем христианстве, согласно Генону. Один из древнейших христианских храмов в Палестине, храм умножения хлебов, Капернаум, 3-4 век нашей эры. Облачение православного священника, Новодевичий монастырь, Москва. Свастика влево, свастика вправо. Свастичный орнамент на одеяле Толстого, музей в Ясной Поляне. Мегалиты Нью-Йоркщины. Связь времен имеет обыкновение рваться на самом видном месте. Вот так ходят миллионы людей по пляжу в американском мегаполисе, и в голову никому не приходит посмотреть под ноги. А зря. Вероятно, именно потому, что открытие не укладывается в сознание. Противоречит всему накопленному жизненному опыту, противоречит просто здравому смыслу, срабатывает защита. Это не бетонные плиты, это природный базальт, имеющий следы искусственной обработки ни больше, ни меньше. Причем необходимо отметить, что найденные следы – остатки культуры, родственной тем, что господствовало на южноамериканском континенте, но не являющейся ее частью. Это подтверждается барельефами на обломках базальта. В данном случае мы видим обломки мегалитических сооружений, созданных из базальта, который содержит высокий процент содержания слюды и пирита. Именно благодаря обильному включению крупинок пирита в свой состав базальт светится золотым блеском на солнце. К слову сказать, я именно этим эффектом объясняю описание горы Меру у древних. Она сверкала пиритом на солнце, и наблюдателю со стороны казалась золотой.
А извилистая текстура камня говорит о том, что он подвергся воздействию высоких температур, которые привели его в состояние вязкой текучести, как бывает при извержении вулкана. Красный цвет многих камней говорит о высоком содержании в них железа, и очень велика вероятность того, что железо это не растворено в породе, а произошло смешение расплава стальных конструкций с расплавленной базальтовой лавой. Использование атмосферного и иных источников электричества в прошлом. Статья в живом журнале, автор Сибвет. Очень часто применялись конструкции в виде шпилей. Шпили широко распространялись в архитектуре готических соборов. Официальное объяснение, отражающее общее стремление того времени к увеличению высоты храмов. Что если шпили – это устройство получения электричества? На освещение, для отопления, для связи. Возможно, этими шпилями получали электричество, используя разность потенциалов на разных высотах. Говорят, что разность потенциалов между Землей и нашим носом примерно 200 вольт. Наша планета в электрическом отношении представляет собой подобие сферического конденсатора, заряженного примерно до 300 тысяч вольт. Внутренняя сфера, поверхность Земли, заряжена отрицательно. Внешняя сфера, ионосфера, положительно. Изолятором служит атмосфера Земли. Эту статью можете прочитать по ссылке, она большая и состоит из двух частей. В заполярной игарке обнаружено много обломков халцедона, имеющих странные поверхности или подозрительно ровную шлифовку. Сродни нынешней лазерной, хотя этот материал вместе с гравием добывается из местного карьера, с уровней, датируемых как минимум 50-150 тысяч лет. Среди этих кусков кварцита явными артефактами являются по крайней мере два. Один из фрагментов на снимке содержит четыре символа, заключенные в треугольнике. Они попарно и последовательно связаны между собой внутренним смыслом, второй меньше размером и пострадал больше. Риски треугольников и внутренних изображений прочитываются частично. Полупрозрачные обломки сероватого и желтовато-зеленого цвета, зависит от освещения, несут на себе следы термического воздействия, возможно, взрыва. Во всяком случае, присутствует впечатление скоротечного процесса, желтовато-бурый цвет в некоторых углах сплавленные кромки. Дополнительную скатку камня явно получили либо на дне Древнего моря, либо во время катаклизмов ледникового периода. Оттенок камней открывает путь к возможному объяснению, почему в сохранившемся предании бытует версия, будто бы скрижаль учителя рода человеческого была написана на пластинке изумруда, то есть минерала зеленых оттенков. Как повествуют предки, на небольшой пластине уместилась вся мудрость Вселенной. Если скрижаль Гермеса действительно существовала, то самая краткая, самая глубокая, самая доступная для человека форма записи – это именно группа таких треугольников, какие мы видим на осколке. Плато Пальпа располагается на территории государства Перу, Южная Америка, оно в 20 километрах севернее плато Наска, а по площади в два раза его меньше. Примечательно это природное образование геоглифами, но пользуется гораздо меньшей популярностью у людей, нежели южный сосед. Объясняется это тем, что Наска было первым. Загадочные рисунки на нем изучают с 1946 года. Пальпа же стала известна широкой общественности в 1993 году, благодаря Эриху фон Деникину. Мес-Айнак – комплекс древних сооружений, который находится недалеко от Кабула, столицы Афганистана. Мей-Айнак расположен в горах на высоте более 2 километров над уровнем моря. Раскопки здесь еще только ведутся, но уже обнаружены два форта, древние монастыри, несколько буддийских ступ и зороастрийский храм огня. Но больше всего поражают воображение следы самых древних цивилизаций, найденные в Мес-Айнаке. Немногие знают, что в Казахстане существует место по праву, считающееся младшим братом Гранд-Каньона в США. Имя ему – Чарынский каньон. Древнее сооружение на Карельском перешейке и Северной Ладоге. Виманы, Вайтмары, Вайтманы, Астры. Кроме врат Междумирия, наши предки использовали для перемещения на другие планеты Земли и космические корабли Вайтманы. Вайтманы использовались в прошлом для перемещения на планеты, на которых не было врат Междумирия. Вспомним, что для использования врат Междумирия последние должны быть установлены как на отсылающей планете, так и на принимающей. Если на какой-то планете не установлены врата Междумирия,
то это скорее всего по следующим причинам. Планета, имеющая разумную жизнь, но при этом цивилизацию, находящуюся на начальном этапе своего развития и не готовая для межзвездных контактов. Если планета не имеет разумной жизни и на ней находятся только исследовательские базы. Если планета не имеет жизни и не представляет какого-либо интереса для объединения цивилизаций. И если планета неизвестна объединению цивилизаций. Кроме использования Вайтман, для сообщения между планетами, на которых не установлена врата Междумирья, Вайтманы использовались как для перевозки грузов, так и для перевозки людей. Далее читать по ссылке.